100 лет наш город живет с именем Ульяновск. Предложение дать городу имя прославленного земляка, вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова, звучали еще при жизни Ленина. Одной из первых выступила с инициативой 12-я Симбирская пехотная школа командного состава, предшественница танкового училища, которое располагалось в бывшем кадетском корпусе. Доказательством этому служат документы, которые хранятся в Государственном архиве Ульяновской области. И вот перед нами газета, которая рассказывает, как Симбирск праздновал годовщину октября, 7 ноября 23 года, пролетарский путь предтечи Ульяновской правды за 10 ноября, где имеется запись. 12-я пехотная школа предлагает в честь товарища Ленина переименовать Симбирск в город имени Ленина, о чем возбудить ходатайство перед центром. Громом аплодисментов принимается предложение Красных Кузнецов Побед. Горсовет поддержал предложение, а 19-20 ноября в протоколе заседания Симбирский губ исполком ходатайствует перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом о том, что город переименовать в Ленинск. Но в Москве эту инициативу отклонили. После событий 1924 года, когда Ленин скончался, по всей стране началась волна переименований. И вновь прозвучали идеи о переименовании Симбирска. Профсоюз рабочих железнодорожного транспорта, имевший название «Дорпрофсов», публикует 26 января письмо в газете «Гудок», где предлагает назвать город Ильич. То есть мы могли быть не ульяновцы, а ильичевцы. А 28 января в Москву уходит бумага ходатайства Симбирского губосполкома о наименовании Ленинск. Этот документ хранится не у нас, а в нынешнем Государственном архиве Российской Федерации. 29 февраля 1924 года президиум ЦИК рассматривает инициативы и предлагает согласовать с симбирянами название Ульяновск. Название Ленинский и Ильич посчитали неподходящими вариантами. Скорее всего, большевистские власти приняли такое решение потому, что в симбирский период жизни юный Ульянов еще не имел псевдонима Ленин. Кроме того, в городе помнили и уважали просветительскую деятельность его отца Ильи Николаевича Ульянова. А что касается названия Ильич, что с таким отчеством в стране были многие. Местная общественность предложенный вариант имени города встретила с восторгом, а на пленуме губисполкома 11-12 марта идею поддержали. И, наконец, 9 мая выходит декрет Центрального исполнительного комитета СССР. Он опубликован вот в этом собрании узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. Опубликован был уже в августе. Сам декрет датирован 9 мая. И в нем коротко записано: во знаменование места рождения В. И. Ульянова Ленина переименовать город Симбирск в город Ульяновск и Симбирскую губернию в Ульяновскую. Но то ли на телеграфе перепутали, то ли корреспондент по телефону не расслышал. 11 мая выходит газета «Пролетарский путь» со статьей на первой полосе «Нет Симбирска, есть Ульянов». Далее жители города разворачивали газету и узнавали, что они ульяновцы. Только 16 мая газета снова опубликовала небольшую заметочку с поправкой, что согласно декрету город стал не Ульяновым, а Ульяновском. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.